быть выход здесь в овертайм и в буллеты, пожалуй, более предпочтительным, опять же, по цифрам для команды авто. Ну а что будет в оставшееся время, мы, конечно, с вами сейчас узнаем. Это гол, будто бы шайба попала на сетку. Я смотрю сейчас на Григорьева Глеба. Тут, мне кажется, все не поняли вообще, что произошло. Казалось, что она отлетела на сетку, но нет, она отлетела в ворота. Посмотрите на Григорьева Глеба, на его реакцию здесь. Как это вообще произошло? Невероятно.